Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях. Под сохранением зарплаты он понимает выплату не только окладов, но и других сумм, как если бы работники в это время полностью выполняли свои обязанности. В то время как из первой редакции ответов Минтруда на вопросы по поводу нерабочих дней речь шла о том, что зарплату в полном объеме получат только окладники, а для остальных работников ее размер будет компенсироваться за счет дополнительных выплаты за нерабочие дни, предусмотренные коллективным договором. Минтруд таким образом своими пояснениями ужесточил рекомендации, отмечает президент ВТПП Андрей Усенко. Согласно новым поправкам, работодателям придется выплатить сотрудникам за нерабочие выходные дни все предусмотренные выплаты. Помимо оклада, тарифной ставки или сдельной оплаты, нужно начислить и все остальные доплаты, которые он мог бы получить. Не очень понятная информация, на нашем сайте размещены эти рекомендации Минтруда, и действительно настоятельно обращаюсь к предпринимателям, чтобы они их изучили и не совершили ошибок. Ведомство также напомнило, что получить зарплату за март и аванс за апрель работники должны в сроки, установленные организацией, несмотря на то, работают ли кадровики, бухгалтеры, кассиры или нет. Программа «Экономика». Кировские предприниматели уже не могут платить по льготным займам. 13 человек обратились в Кировский областной фонд поддержки предпринимательства за реструктуризацией. Всего заявлений поступило около 60. Из-за кризиса на полгода фонд, который предоставляет льготные кредиты, дает отсрочку и не начисляет штрафы и пени. Кроме того, власти хотят на 15 миллионов увеличить объем фонда, чтобы у предпринимателей, оказавшихся сейчас в сложной ситуации, была возможность воспользоваться льготными займами. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В сложное время, когда стратегии и планы приходится менять едва ли не каждый день, важно иметь надежного финансового партнера. Банк Хлынов вместе со страной пережил не один кризис и поэтому предлагает ряд уже проверенных инструментов, которые позволят бизнесу пережить это время с возможностью сохранить коллектив и не нарастить долги по налогам, коммунальным и другим платежам. Так, для корпоративных клиентов предусмотрена реструктуризация действующих кредитов на индивидуальных условиях. Компании из сфер наиболее пострадавших из-за введенных ограничений могут получить льготный кредит на выплату заработной платы. Этим продуктом могут воспользоваться и представители других отраслей в индивидуальном порядке. Кроме того, в банке Хлынов можно рефинансировать кредиты, взятые в других банках. Предлагаются льготные условия по расчетному обслуживанию. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73,52. Евро стоит 80 рублей 54 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.